Восемь глаз, мимо зовущих нас, миг сиротский глаз, если я что-то хочу сдать, именно сдать экзамен, там, показать, вот как вот я это все выучил, как я это продемонстрировал, это совершенно одна форма моего пребывания в этом мире. А вот если я знаю о том, что мне дано ограниченное время для того, чтобы как можно более взять, для своей работы зафиксировать след своего познания на листе, на холсте, то в любом случае, независимо от сложности задачи, все равно диалог художника и натуры